Интересной и с финансовой пользой для себя проведут это лето более 1000 тагильских подростков. Эти школьники будут помогать благоустраивать территории у школ, вузов и учреждений доп. Образования. Всего в списке 54 социально значимых объекта, на которых будут работать трудовые отряды мэра. Один из таких отрядов создан при городском дворе детского и юношеского творчества. В нем 17 подростков в возрасте от 14 до 18 лет с Красного Камня, Кушвы, Гальянки и даже Никола Павловского. В течение июня они будут трудиться в самом дворце и на прилегающей к нему территории. Мы облагораживаем этот дворец и делаем так, чтобы людям, которые сюда приходят, было приятно здесь находиться. И ну, в мои обязанности входит озеленение территории вокруг дворца и приборка внутри его. Ну, в отряд мэра меня привело моя любовь к труду, можно сказать. И да, я в первый раз пришел трудиться в отряд мэра. Мне очень нравится. Ну, 7-800, в принципе, неплохая такая сумма. Мне нравится. Мы вводим порядок, моем, прибираем, ухаживаем за растениями, которые находятся во дворце. Также мы в течение месяца ходим на мероприятия воспитательные. Рабочий день отрядовцев с 9 утра до часу дня. Рабочего времени около 3 часов. Предусмотрены регулярные 15-минутные перерывы на отдых. Никакой работы с красками и вредными веществами. В основном уборка и озеленение. За свой труд участники отряда мэра получат на руки 7800 рублей. Некоторые и хотели бы подзаработать больше, но записаться в отряд можно только на один месяц.